Депутат Московской областной думы Владимир Шапкин посетил Щелковский историко-краеведческий музей и художественную галерею, чтобы проверить качество проделанных там ремонтных работ. Вместе с ним в мероприятии приняли участие депутаты Совета депутатов городского округа Щелково Ксения Королева и Елена Вороницына. После того, как будет сформирован региональный бюджет на 2023 год, будет также рассмотрен вопрос о возможности выделения средств для закупки необходимого технического оборудования музея и галерею. Так, губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сделал заявление о том, что в регионе понимают всю важность сохранения культуры. Народная программа партии «Единая Россия» сформирована на основании почти 2,5 миллиона предложений и обращений граждан страны. Она затрагивает в той или иной степени все сферы жизни. Большое значение в ней уделяется сфере культуры. Народная программа «Единой России», в котором расписаны все наши планы на 5 лет по всем сферам деятельности. И сегодня мы решили посетить объект культуры. Сегодня очень приятно видеть, что и за этот год продвинулись мы совместно с администрацией городского округа, с администрацией музея в том, что движемся в направлении приведения в порядок и в комфорт, в котором бы люди приходили, смотрели, интересовались, и особенно наши дети, наша молодежь.